Здравствуйте, дорогие зрители! Опять дежавю у нас спектакль «Мистер Икс». Мари, Леся и Аленка. Красавица. Аленка замазывает свои красивые татуировки. Уже не дело. Видно, они же были такие яркие. Ты здесь еще замажешь. Потому что у меня хороший тональный крем. Красота. У меня нет. Нет, здесь перчатки. А, там перчатки не надо? Не надо. А зачем? И ничего не видно. Вот так. Это да. Все, до спектакля 10 минут. Мари готова, я пошла. Добрый вечер, мадемуазель. Простите, но здесь посторонним находиться нельзя. Почему вы вышли из ложи? Вам не нравится наша программа? Я восхищена программой. Но я видела ее уже несколько раз. А вот за кулисами я ни разу в жизни не была. Ужасно интересно, как выглядит загадочный мир цирка за кулисами. Ну, боюсь, вы будете разочарованы. О, позвольте, у меня хватит воображения представить все в желанном свете. Еще, мадемуазель, хотел бы взглянуть в вашу знаменитую конюшню. Она обожает лошадей. Да. Если угодно, мы можем заплатить. О, пожалуйста, пожалуйста. Только не опоздайте к номеру мистера Икс. Ну что ж, идемте, господа. И меньше четырех, как мне не предлагали. И меньше четырех, и за четверть. Ну что же мне с вами делать? Как вам не надоест все время говорить о любви? Все время повторяет одно и то же. Боже мой, как же это скучно. Я пришла, я нашла любовь на нас.
Эта сумасшедшая девчонка смеется надо мной, да? Заставить меня впустую прождать 2 часа. Меня, барона Шатане, виконта де Сент-Оноре, герцога де Крусси. Ну ничего, смеется тот, кто смеется последний. Пьер! Пьер! Господин барон! Я здесь. Вы нашли ее? Теодор в сопровождении своих поклонников осматривает конюшню. Ей только конюшни не хватало предпочесть меня конюшне. Сколько женщин сходило за меня с ума. 2 до сих пор сидят в сумасшедшем доме. Я их сам туда упрятал. Одна балерина хотела броситься за меня в реку. Но она замерзла. Кто балерина? Нет, река. Теперь я должен жениться на Теодоре. Господин барон, дайте ей опомниться. Она недавно похоронила отца. Не дам. Если она опомнится, она меня забракует. Она избалована и капризна. Такие девицы любят, чтобы их носили на руках. Дорогой, женщин всегда носят на руках. А вот на шею они сами садятся. Пьер, я должен жениться на Теодоре. Вы мой секретарь. Есть идея. Поставить эту капризную девицу в такое положение, чтобы она была вынуждена выйти замуж только за вас. Легко сказать. Какая-нибудь сплетня, скандал, который вас компрометирует, а вы окажетесь выше всех светских условностей. Очень симпатичная идея. Идемте смотреть представление. Но, господин барон, во всем церкви нет ни единого свободного места. Что значит нет места? Для меня всюду есть место. Идемте. Мисс Мейбл. А, мисс Мейбл, приготовьтесь к выходу. И молите Бога, чтобы все зашло хорошо. Если вы провалитесь, то уж не взыщите. Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы все сошло хорошо. Чтобы я имела успех. Боже, сделай так, чтобы были аплодисменты. Много, много аплодисментов. Ведь ты поможешь мне, Боже. Окей. Goodbye, good morning, good night, auf Wiedersehen. Это все, что я знаю по-английски. Мисс Мейбл, я не говорю по-английски, но вы все поймете по выражению моего лица. Мисс Мейбл, я честный малый, и зовут меня Тони Дюпон. Вы парижанин. Самый чистокровный. А вы тоже парижанка? Еще такая. А почему же на афишах вас именуют англичанкой? Так захотела мадам директриса. По-моему, она не совсем нормальная, если бы кто-то ее знал. Я ее знаю. Нет, вы себе даже не представляете, вы не можете ее знать. Мадам директриса, моя мать. Все ясно, до свидания. Нет, постойте, я хотел сказать. Что? Я люблю цирк. Я с детства люблю, мечтаю о цирке. Цирк мне снится по ночам. Я готовлю себя к цирковой карьере. Я умею жонглировать, крутить фокусы, показывать сальто. Ой, то есть наоборот, показывать фокусы, крутить сальто. А мама хочет, чтобы я стал директором ресторана. А я не хочу быть директором. Я хочу быть артистом. А мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления. Но сегодня она уехала в Бельгию. А давайте встретимся после представления. Ой, Тони, вы такой смешной и симпатичный. Я очень симпатичный. Так как насчет встречи? Не выйдет. Почему? Мне тоже мама не разрешает. Но ведь я же нарушил мамин запрет. Ради цирка. И ради вас. Вы и цирк. Понятия неразделимые. Там, где вы, там и цирк. Там, где цирк, там и вы. Цирк – волшебный мир чудес, цирки я могу с небес снять, как сказки удивать на виду для Мэду звезду. Все это за мной.
За счастьем покою уносят мечты, о мэйл, о мэйл. И надо напомнить все вновь, что с первого взгляда сильней всего любовь, сильней всего любовь, сильней всего любовь. Целом мире сейчас нет счастливее нас, нет прекраснее тебя, и мы поем, Люка. Ты лучше всех девчонок, мой рыженький котенок. Чем вы занимаетесь? Скоро ваш выход! Зовите меня Мари! Мари! Мари Маркер! Мари Маркер! Это мое настоящее имя! Если сегодня ты подрусить решил, если ты скулку с собой захватил, то немедля, друг мой, отправляйся домой. Yeah.
всех присутствующих. Это был самый настоящий, замечательный спектакль. О нет, господа, настоящий спектакль начнется несколько позже. Вас ждет еще один небольшой сюрприз. Какой сюрприз? Я обещаю показать вам сегодня самую сенсационную комедию. Господа, прошу внимания. Мадемуазель Теодора Верде. Благодарю вас, мадемуазель, что оказали нам честь. Это я должна благодарить вас за такой восхитительный праздник, который вы для нас всех здесь организовали. А вы не удивлены, что я устраиваю прием снова на манеже цирка? Нет, я не удивлена, я счастлива и считаю, что цирковая арена самое романтичное и прекрасное место на всем белом свете. Да. Браво! Танцы начинаются, разрешите? Сожалею, но это танец уже отлично. А следующий? И следующий тоже. Она влюблена, и все идет как по маслу. Ну, циркач, теперь я на коне. Принц Шаталев! Как я рад вас видеть, мой дорогой друг! Как я рад вас видеть! Прошу простить меня за опоздание, меня задержали дела. Дела? Но я вас прощаю, вас ждут с нетерпением. Счастливчик! Пьер! Пьер! При первом удобном случае передайте Теодоре это письмо. Скажите, что оно касается завещания ее отца. А вы это письмо читали? Ну, если писал, значит, читал. Идемте, гостя. Своей болтовнёй, как другие ваши воздыхатели. Может, это даст мне привилегии? Я танцую с вами уже целый вечер, и вам мало привилегий? Мало. Нахал. И чего же вы хотите? Расскажите о себе. Ох, это скучно. Мой отец был моряком, он любил меня и баловал. Потом он умер, и я осталась одна. Матери своей я не помню. Это скорее грустно, чем скучно. Значит, все, кого вы любили, умерли? Почти. Но я надеюсь, что где-то на свете живет юноша, которого я очень любила. Я не знаю, где он и что с ним, но надеюсь и верю, что у него все хорошо. Судьба была немилосердна к нам, хотя все начиналось, как в красивом романе. А завершилось, как жизнь. Я мигом, только умоляю тебя, не разговаривай с посторонними мужчинами. Я не произнесу ни словечка, пока ты не вернешься с лимонадом. Простите, месье, вы моряк? Нет, у меня другая профессия, но когда-то я был моряком. А откуда вы узнали? Это песенка, которую мы напевали, я ее знаю. Ее сочинил мой отец. Он был моряком. А как звали вашего отца? Клод Маркер. Лейтенант Клод Маркер? Я знал вашего отца. Он был отличным моряком и мужественным человеком. К сожалению, он погиб в кораблекрушении. Я знаю, девочка, такова
Судьба моряка, но я рад познакомиться с его дочерью. А как сложилась ваша судьба? Я артистка цирка. Я знаю. То есть, я хотел сказать, что видел вас на арене. Я счастлива с ним. По крайней мере, с тем, что не счастлива. И для этого есть особые причины. Разумеется. Сегодня мы сделали предложение. Пожелайте ему. Маленькому, милому котенку желаю большой удачи. О, теперь я вас узнала. Вы мистер Икс. Пусть сегодня это будет наша игра. Принц, ну вы ведете себя беспринципно. Общество возмущено. Общество требует наказания. Наказание? Вот именно. Мы погасли. Зажгите нас. Какую-нибудь...